А ну что, ДВФУ. Наконец-то мы в ДВФУ, да, в ДВФУ добрались. Друзья, вы давно здесь не были, потому что вы же все знаете. Был коронавирус, здесь все было закрыто. Полгода. Мы не были здесь. А теперь мы катим по-русскому и заодно заехали в ДВФУ, потому что его открыли. Пойдем чайку попьем. Да. Уже часа три на колесах русские обкатывали, где только не были. А сейчас пойдем чайку попьем. Вкусный грибной супчик с помидорами, да? Нет. У вас тоже грибной супчик? Да, I wake up in the morning to whistles and bells. The city's got its stories to tell. Voices lift easy and come out like the ocean swells. Tonight I'm looking far past the bottle in my hand. Sometimes it's all the truth I can stand. I just follow the way the wind, it blows my plans. And I'm tied to your tracks, love. I wish that I am your last love. This dream seems to be killing me, but I can't get enough. Once again, the story will find me and I'll turn into words how I should have fallen for a bluebird. At least you know each spring it'll always return. Ну вот мы и наконец-то добрались до покатушек в кампусе ДВФУ. Чудное место, просто обожаемое место. Здесь такой же простор и раздолье, как на всем русском. Вот, красота. Сейчас включатся огоньки. Полгода здесь не было. Вообще чудо. Ну, будем надеяться. Но мне кажется, что навряд ли. Навряд ли? Жесткая экономика. Навряд ли включатся огоньки, Олег говорит. Ну, наверное, да. Ну, в лучшем случае только здесь. Ну, на набережной отдыхает, да, и тело. Когда я сюда попадаю, у меня такая небольшая ностальгия возникает, потому что все первые покатушки были здесь, в этой красоте. Ночные всякие разные, тут вот зимой, красиво. По первому снегу мы здесь катались. Круто было. Какая-то ностальгия бывает.
Take your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it a little bit of чумовая. Спокойно, невозможно катать просто. В общем, его безумцы. Классная сейчас была покатушка. Это был ДВФУ, нами любимый. Да. Ну, просто там много опять места, простор, красиво. И мы не были там. Полгода. Душу отвели. Да. Душу отвели. Навеселились, людей повеселили. Да, так что смотрите. А еще нас... мы видели моноколесника. А тут парни, студенты. Точно мы тут пропиарили своими покатушками колеса, что теперь студенты ездят на Ninebot S1, да? Да. Вот. На лекции с общежития. На лекции, ну, такой маленький. Ладно, всем пока. Ну все, всем пока. Давайте в гости. Владивосток ждет. Да.